Видим, к чему бы это привело, если бы русские сделали в Киеве то, что израильтяне сделали в Газе. И русские могли бы превратить Киев в груду руин. Для тебя это не проблема. У них есть многотонные парящие бомбы, так что даже не применяя атомное оружие, они могут превратить Киев в руины. Они этого не сделали. Но почему они этого не сделали? Потому что это русский город. А не потому, что у них там большие сердца? Нет, потому что это русский город и что? Это русский город Киев? Конечно, конечно. Хорошо. Россия считает себя, но кроме того, опять же, киевское государство может претендовать на то, чтобы быть русским наследником Киева. Это бесспорно. Как и Беларусь, это три народа. Это своего рода то, что появилось в 19 веке. Позже мы могли бы вернуться к более историческим деталям. Это сложнее, но в целом Россия вполне законно претендует на то, чтобы считать себя наследницей России. Так что у России есть все основания претендовать на наследство Киевской Руси. Но это, кстати, не мешает ни Украине претендовать на него, ни Белоруссии претендовать на него. Это русский мир, если хотите.